Привет. Хочу рассказать про баг в Hellpoint. Он касается оконного режима. Если вы запускаете игру в окне, в данном случае разрешение 720, 1280 на 720, то у вас курсор мыши будет вылазить за экран. Вот видите? Вот он. В игровом окне, а вот он вылазит на рамку. И когда ты дерешься, если у тебя курсор вышел, вот он, видите, вышел, все, я не могу ударить. Я спавлю мышку, а он не бьет. Тоже и снизу. Вот видите, вот показать-то. Вот курсор игровой, что он моргает. А вот он спускается на рамку. И во время битвы вы же мышкой водите, а курсор может уйти вниз тупо. И у меня так не раз было, и можно даже окно закрыть. Вот видите, курсор сверху. Вот я могу сейчас просто тупо кликнуть нечаянно, и окно закроется. И это жутко раздражало, я не знал, что с этим делать. Вот. Поэтому я написал скрипт ХК. Ну, точнее говоря, не я его написал. Как написал-то я, в общем-то, ну, в общем, неважно. Вот он вот так выглядит. Значит, VK4A это кнопка G или O русская. VK4C это кнопка L или D русская. Команда называется Winset. Winset, стиль и дальше идет вот этот вот код. Минус это убрать рамку, а плюс это возвратить рамку. После запятой и пробела идет вот такая вот такая команда ахк exe hellpoint exe. Значит, где взять вот это ахк exe hellpoint exe? Вы открываете любой ахк файл, он в трее появится, иконка, правой кнопкой жмете и выбираете Windows Spy. Вот, и появляется вот такое окошечко. Потом нажимаете на окно, которое вас интересует. И вот здесь вот вверху у вас появляются классы и процессы. Можно, в принципе, выбрать вот это вот, AHK класс Unity. Но можно выбрать экзешный файл. Вот так вот его копируете и вставляете в скрипт. Зачем я это рассказываю? Затем, что таким же образом можно убирать рамку абсолютно с любого окна. Допустим, если вот здесь будет написано AHK.exe и не HellPoint.exe, а допустим Notepad.exe, то эта же команда уберет рамку с блокнота. Причем эта команда убирает рамку только с активного окна. То есть вот если я У меня сейчас блокнот активен, и здесь вот было бы прописано Notepad.exe, а рамка бы пропала на блокноте. Но так как у меня здесь прописан только команда Hellpoint.exe, то этот скрипт, он будет срабатывать только на вот эту игру. Так, смотрим. Я жму G, и у меня пропадает рамка. Видите? Все, и после этого курсор уже не вылазит за пределы окна. Ну вот, если я его повожу, нифига не видно почему-то. Ну вот он идет, идет, идет. Вот видите, где он проходит? Он все время игровой. Не виндосовский, как было, а игровой. Если нужно вернуть рамку обратно, нажимаете L. Рамка появляется. G убирает, L появляется.
Ну вот, это все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание.